производство моторов Баллард. Применили новые карданные подшипники. Ни у кого такого нет. Только у нас. Все, теперь у нас двигатель почти доделан. Конечно, еще какие-то мульки еще возникнут, перепендюрки. Но в основном наши моторы готовы к серийному производству. Я уже сейчас могу точно сказать. Вот это. О, это замечательная штука. Это когда мы уже накатались, и выпали из лодки. Она никуда не поедет. Она будет ждать, пока мы в нее заберемся обратно. Привязана должна быть к пилоту. И как только у пилота пропадает электричество, вот этот проводок вот замыкается, и все, мотор глохнет.